Больше миллиона деталей и ни капли клея. Компания Lego впервые привезла в Россию реалистичную копию Bugatti Chiron. Настоящий гиперкар впервые показался публике на Женевском автосалоне 2016 года. Полноразмерную модель из деталей Lego Technic собрали в Чехии в прошлом году за 10 месяцев. Над проектом работала команда из 16 человек. На разработку и сборку этого автомобиля ушло больше 13 500 часов. Результат того стоил. Это единственный в мире автомобиль, который выполнен из деталей Lego, включая даже двигатель, который может разогнать машину до 20 км/ч. Автомобиль электрический, заводится с помощью скрытой кнопки на приборной панели и специального приложения. Как и в настоящей машине, двигатель расположили в центральной части автомобиля. Двигатель состоит из 2304 маленьких моторов, которые работают как единое целое. Модель из кубиков Лего полностью повторяет экстерьер и интерьер реального автомобиля. У настоящей версии позаимствовали только колеса, ремни безопасности, эмблему и оптику. Немного цифр и фактов. Автомобиль содержит больше 1 000 000 деталей. Здесь собрано почти 400 видов уникальных деталей Лего Техник, которых вы не найдете больше ни в каком другом наборе конструктора. Машина весит 1,5 тонны, потенциальная мощность 5,3 лошадиные силы, но крутящий момент 92 ньютон-метра. Пока полноразмерная Bugatti Chiron путешествует по миру. Сейчас ее можно рассмотреть в Московском парке Горького. Но компания Lego уже получает заказы на изготовление других моделей.